Здравствуйте! Сегодня 28 сентября 2024 года. В последнем видеоролике я показывала, как я брала черенок вот с этого занастика, вот здесь, да, и укореняла я его 9 сентября, то есть прошло 19 дней. Во-первых, давайте посмотрим, как у меня маточник обрастает. Неплохо. Неплохо растет. Здесь я ему пока ничего не выстригала. А вот детка. Вот та самая детка. И она мне дала корни. Видите? Ну, без малого 3 недели прошло. Укоренился. Я считаю, хороший результат. Вот укоренение. Почему он укоренился у меня? Ой, надо с ним аккуратно, чтобы... Видите, он пока... еще шатается, потому что мало корней. Почему он укоренился? Да потому что это был вот точно такой же, как и вот здесь вот зеленый активно растущий стебель, черенок, да, очень активно он растет. Вот я не сомневаюсь, если взять сейчас еще один черенок, вот это тоже укоренится у меня. Поэтому успех укоренения, ну, я по своему опыту говорю, очень сильно зависит от того, какой черенок вы берете. Если вы видите, что это активно растущий черенок, то без укоренителей 100% укоренится. Хоть с чем укоренять, хоть в каком субстрате, хоть с укоренителями, хоть без укоренителя, оно укоренится. Но я укоренителями не пользуюсь и стимуляторами. Не все черенки у меня быстро вот так вот укореняются. Я имею в виду занартики. Вот я вам покажу для примера. Лара Маржори. Уже больше месяца прошло, 2 маленьких черенка, и пока корней не вижу. Но я жду. Вроде бы листочки зеленые еще не пропали. Вот, поэтому не все у меня так быстро укореняется. Из зональных пеларгоний. Вот неплохие результаты. Apple Blossom обрезался 10 сентября. Но корни, конечно, раньше. Я увидела корни, мне кажется, через 10 или 12 дней уже первые корни. Сейчас вот такие вот уже корни у него хорошие. Он требует перевалки. Юмер Лизон 12 сентября. Тоже уже больше 2 недель. И вот с такими корнями буду переваливать в горшок. Вот этот можно сразу перевалить в горшок 300 миллилитров. Он, ну, такой вот быстро растущий, с хорошей корневой, с хорошей вегетативной массой уже. Несколько точек роста. То есть он быстро пойдет в рост. Вот эти вот я могу сразу в 3 раза увеличивать объем. Эти стаканчики на 100 миллилитров. Майя Плисецкая 12 сентября укоренялась. Ну, пока она вот будет сидеть у меня здесь еще. Я считаю, мало корней для того, чтобы пересаживать ее. Вообще, я методом перевалки. Да, я тут уже не требушу, а просто беру весь ком и переваливаю больше объем. Аметист 15 сентября. Вот уже корни появились. Ну, то есть через 2-3 недели вот у этих товарищей Apple Blossom еще один. Хотя у меня... Там стоят еще без корней. Это вот я показываю те, которые укоренились. А есть те, которые еще не укоренились. Но резюме такое. Если вы берете черенки с активно растущих побегов, активно растущие побеги, то в чем бы вы, в каком субстрате не укореняли, они укоренятся у вас успешно. У меня быстро не укореняются. Но, как видите, там 2-3 недели прошло, и... корни появились, а какие-то еще сидят без корней целый месяц. Вот. Ну, в общем, вот показала вам результаты. До свидания.